Для многих граждан, а еще больше для юридических лиц, стало уже нормой обращаться по любому гражданскому спору в правоохранительные органы. Одна из целей уголовной политики заключается в недопущении регистрации дел, содержащих признаки гражданско-правового спора. Гражданам следует понимать, что такие споры подлежат разрешению исключительно в порядке гражданского судопроизводства. При мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, возникает у виновного лица до или в момент заключения договора, предусматривающего получение чужого имущества или права на него. Прокуратура выявляет необоснованные действия контролирующих органов, выступает на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства, обеспечивая защиту интересов предпринимательского сообщества.